так вот. Пока лыжники уже на яхте, а его биатлонисты все работают. Потом все же мне будут фанатки позавидовать. Конечно. Тебе ВКонтакте хоть тебе друзья начнут добавляться. Хотелось бы, конечно, побольше на пляже полежать. Но неугомонный Александр легко, кричащий: я порву колонию! Где этот Нортон? Хотя! Привет! Привет, Россия! Тренировка идет. Обратите внимание, очередной раз. Лыжники! На состав. Лыжники присутствуют. Обратите внимание, на состав. Лыжники присутствуют. Вот полюбуйтесь. Иван Алыпов. Вроде придёр английский из Турина. А вот биатлонистов мы не видим. А здесь с нами очень два суперкрутых спортсмена. Антон Шипулин и Дмитрий Малышко. Как обычно, когда лыжники думают только одними мышцами, ногами, биатлонисты думают головой. И не палятся под ярким солнцем. А делают тренировки вечером, когда солнце уходит, когда не так жарко, и можно выполнить больше функциональной нагрузки. Поэтому в тот момент, пока Иван Алыпов и Александр Легков уехали в магазин, неизвестно зачем, мы тренируемся. Пот нам подтверждение. Пока не отдыхают эти лыжечки. Биатлонисты работают. Давай, меньше разговаривай, больше делай. Все ради победы. Специально для России 2. Иван Алыпов, Александр Лесков, Илья Трифонов. Неделя спорта. Будьте с нами. Йо-хо! Ну...